Приветствую, друзья и коллеги по хобби. В сегодняшней серии буду делать смывку. Глянцевый лак у меня сох ровно сутки. Вот. А сегодня уже буду делать смывку. Что нам для этого понадобится? Понадобится тонкая кисточка 2.0. И попробую смывку Model Lab черную. Ну и буду уже смотреть по смывке. Может, еще буду использовать коричневую смывку миговскую. И понадобятся нам ватные палочки, если что, подтирать излишки. Смывку хорошо перемешиваем и тоненькой кисточкой по чуть-чуть начинаем наносить в расшивку. Смотрите, Model Lab очень хорошо растекается. Вообще отлично. Ну, неплохая смывка. Ничем ее не разводил. Приятный запах. Миговская смывка пахнет эмалью. А вот эта смывка, даже какой-то ванильный запах присутствует. И вот понемножку легонько касаясь, видите, как разбегается. И во все углубления. Не бойтесь много добавить. Всегда это убирается хорошо ватной палочкой или ватным тампоном, кому как больше нравится. Но смывка довольно хорошо. Сейчас посмотрим, как она будет контрастно выглядеть после того, как она подсохнет. Я пробовал смывку, не помню производителя. Вроде бы она была черной, но после высыхания она становилась едва заметной. Но пока мне очень понравилось ей работать. Так, сделаем погуще. Потом сотрем. Тут попала сильно гладкая поверхность. Поэтому лучше нанести погуще. Главное не забывать перемешивать, чтобы пигмент этот не оседал красящий.
Нанес смывку. Очень все контрастно смотрится. Смывка мне понравилась. Теперь дам ей минут 30-40 подсохнуть. И постараюсь убрать излишки. После того, как уберу излишки смывки, ну вот, видите, она довольно легко убирается. Где размазывается, можно взять White Spirit. И White Spirit'ом лишнее точно уберется. Вот. Так что пусть подсохнет. А после того, как все уберется, задуваю полуматовым лаком уже для нанесения масляных точек. Сделал смывку, убрал излишки, но при работе у меня пошло что-то не так. А точнее, все случилось из-за моей лени и невнимательности. Потом уже, когда начал вытирать лишнее White Spirit'ом, у меня вот эта смывка начала втираться в лак. Я посмотрел состав, а она не эмалевая, не масляная, а получилась на акриловой эмали. Вот, а акриловая эмаль не любит White Spirit. Но с другой стороны, худо без добра не бывает. И получился своеобразный эффект старения. Как будто экипаж лазил, ползал. Вот так вот интересно получилось. А на самом деле, если бы я сразу прочитал, то это бы смывка очень хорошо бы убралась мыльным раствором. Или нужно приобретать специальный к ней растворитель или разбавитель. Сначала я испугался, думал, что уже испортил модель. Но в итоге, когда начал потихонечку все оттирать, убирать, даже очень интересный эффект получился. Так вот подстарил. Ну а теперь задую лаком фирмы Tamiya XF35 полуматовым. И после того, как танк просохнет, нужно, чтобы просох не менее 6 часов, я тогда уже буду делать масляные точки. Масляные точки вы увидите уже в следующей серии. Ну, сейчас задую лаком, покажу, что получилось. Вернусь через секундочку. Убрал лишнюю глянцевость с модели. Уже не так блестит. На полуматовый лак очень хорошо делать масляные точки. Если их немного переборщите, то с полуматового лака их можно оттереть до той стадии, которая вам нужна. Вот как получается сейчас. 72-ка. Ну, масляные точки, как делаются, или как делаю я, покажу уже в следующей серии. Кому интересно, следите за выходом. Все, друзья, на этом буду заканчивать.
Спасибо за комментарии, спасибо за просмотры, спасибо за лайки. Всех благ вам и вашим близким, друзья. До новых встреч!